Всем привет, и сегодня у нас очередная распаковка. Вот такой вот, ну просто громадный пакет, такая посылка, достаточно тяжелая, почти килограмм весом, 815 грамм. Оценена она в $10, хотя стоит немного дороже. Значит, куплена она в магазине Gearbest. Добиралась, ну, не сильно долго, меньше месяца. И давайте посмотрим, что здесь, потому что вот эта распаковка действительно будет интересная. Очень интересная, особенно тем, у кого есть маленькие дети. Здесь у нас... Ну, по названию вы все равно уже поняли, что это такое, но вы даже не представляете, на самом деле, что это. Это обратная сторона Луны. Видим программы под iPhone, под Android, да, App Store, QR-коды, откуда можно скачать приложение. Сейчас мы обязательно скачаем, но для начала мы все-таки ее раскроем и посмотрим, что там внутри. Я ее очень долго ждал. Дочка еще не знает, какой сюрприз ее ждет. Но мы-то с вами знаем. А тут можно стереть. Это проверка на подлинность. Наверное. Но магазин Gearbest как бы фигню не присылает. Поэтому смотрим, как открыть. Gearbest. Ну, может быть, многие из вас знают, что это такое. Особенно те зрители, которые смотрят еще и каналы Дениса. Так вот, Денис это показывал. И вот после того ролика Дениса мы сами загорелись этой штукой. Да? Вот такие так. Там внутри у нас, да, QR-код, откуда скачать приложение. Я вам сейчас поставлю на паузу, вытащу. Тут дело в том, что есть лицензионный код на программку. Вот мне его светить нежелательно. Ну, вроде все коды вытащил. Итак, смотрим, что у нас внутри. Кроме этой бумажки. Мешочек. Это, я так понял, какая-то подставка для мобильного телефона, наверное. Но это мы посмотрим. Это мешочек, чтобы переносить вот эти сами пазлы. Их достаточно много. То есть посылка реально достаточно тяжелая, достаточно увесистая. Ну, давайте сейчас возьмем. Не знаю, что мы возьмем. Мы все возьмем. Дайте мне таблетки от жадности. И побольше. Побольше. Вот для андроида, для айфона QR-код, это для андроида. Выходим, попадаем на эту страничку, нажимаем download и скачиваем приложение. Вот у меня пошло скачиваться, сейчас установится, и я вам покажу. Ну все, приложение у нас установлено, и теперь давайте рассматривать. Что же это за картинки? Как видите, тут нарисована панда, да? Здесь на обратной стороне написано по-английски и по-китайски. Иероглифами и такими. То есть панда и по-китайски, я так понял, читается как Сяонгмао. И теперь давайте посмотрим на эту панду через наш мобильный телефон, через наше приложение. Смотрите. Я думаю, вам будет хорошо видно. И оно произносит. Смотрите. Оп. Можно разглядеть со всех сторон, повернуть ее. Очень близко получается. Вот так. О, вот так будет хорошо. Смотрите, как сидит. Панда. Ну, а теперь посмотрим. Я не знаю, что это за зверек у нас. Типа утконоса. Platypus. Вот. Вот такая вот
Штучка интересная. Мультики в наших руках. Platypus. Очень хорошо изучать английский язык. Ну и китайский тоже. Ant-eater. О. Сейчас позову ребенка, пусть ребенок посмотрит. Но пока ребенок не пришел, можем посмотреть еще на кого-нибудь. Ой. Ой, она еще что-то говорит, надо погромче сделать. Hi, I'm Fifi. Класс, конечно, игрушка. Очень-очень интересная. Ant-eater. Ой. Ой, попали. А ну интересно. А. Ant-eater. Тут еще можно по ним кликать. И они что-то еще делают в этот момент. Давайте посмотрим на вот этого. Platypus. Panda. Головой машет. А если погладить? Не, не очень нравится. А ну, панда. Panda. Ой, как она рычит. Смотри. Ты видишь, тебе видно? Да. Panda. Zebra. Ой. И много, и они. Давай одну. Смотри, какая красивая зебра, да? Да. А можно ее пальчиком? О, как она становится. Panda. Так, уберем панду, потому что захватывает. А вот смотри, обезьянка. Monkey. Monkey? Посмотри, можно вот так вот в руке держать. Так, надо, ну вот неудобно будет видно. Давай, мы сейчас покажем зрителям, а потом ты посмотришь, да? Тебе интересно? Да. Дара. Ух ты, можно... Зебра. Да, там еще и зебра у нас проглядывает. Monkey. О, смотри. О, подпрыгивает. Здорово. Давай посмотрим еще, кто у нас тут. Мишка? Да. Интересно. Bear. О, bear. Ну какой грозный. Видишь, его можно поворачивать. Так, ну вот таких картинок, ребята, здесь очень-очень много. Octopus. О, да, вот есть. Видите? Seahorse. Hi, I'm Neobear. Sea lion, sea lion. Hi, I'm Neobear. А вот смотри. Sea lion. Seal. Ну, он еще и с мячиком. Здорово. Да. Так вот. Вот такая Seal. Вот интересная игрушка. И тут таких картинок Seal. Очень-очень много. Есть и птички. В общем, все животные. Ух ты, их там даже Seal. Сразу три. Они еще и поют. Животные, птицы. В общем, отличная, мало того, что игра, так еще и позволяет запомнить сразу названия и английские, и китайские. То есть на двух языках ребенок сразу будет знать, как это называется. В общем, не знаю, как вам, а мне эта игрушка очень понравилась. Если вам тоже такая игра понравилась, вы хотите купить ее своему ребенку подарок, то ссылка под видео, выходите, смотрите. Игрушка, конечно, бомбовская. Ну, а мы пошли играться дальше.